творческой силой создадим актерский резонанс, светом славы звезды зажигая, вас встречает актер ТВ-шанс. А мы приглашаем на эту сцену ведущего Первого канала, нашего дорогого друга и постоянного нашего гостя Алексея Шаранина. Встречаем! Ну что, начинаем? Привет, друзья! Я приветствую вас! Музыка у нас просто класс! Мы будем все зажигать, песни петь, до утра танцевать. Кто-то на сцене, кто на столе. Будем мы с вами на веселе. Сколько знакомых, сколько гостей. Скучно вам, друзья, точно не будет. Давай, народ, давай веселей. Этот вечер никто не забудет. Добрый вечер, дорогие гости, уважаемые друзья. Даже не спрашиваю, как у вас сейчас настроение, потому что вижу, что у всех оно отличное. И это правильно, ведь с вами вновь Алексей Шаранин и вновь поэзия. И в такой замечательный праздничный день, день рождения ТВ-шанс, я хочу прочитать свое любимое, яркое, летнее стихотворение, которое стало уже своего рода хитом, которое звучит на различных радиостанциях, на радио «Эхо Любви ФМ», на радио ТВ-шанс, неоднократно транслировалось на телеканале «Юго-Восток ТВ», и сегодня оно вновь прозвучит для вас. Я думаю, что многие уже догадались, что это желание, конечно же. Хочу отправиться на юг, душой развеяться чуть-чуть, разнообразить свой досуг, от серого будни отдохнуть. Бродить по пляжу я хочу, осуществить свою мечту. Соленым воздухом дышать, русалку на руках держать, с ней милой, доброй, заводной, уйти и слиться с тишиной, и впечатления накопить, восторг любви по капле пить. Скорее же, скорее на юг, а вдруг мне повезет, а вдруг... Спасибо! Но это еще не все, Алексей так быстро со сцены никогда не уходит. И следующее стихотворение я посвящаю всем любящим друг друга людям. Две половинки нашли друг друга, ведь человек рождается для счастья, для любви. А как же в такой прекрасный день не затронуть тему любви? Читаю на свадьбах. Вы счастливые, ведь вы нашли друг друга. И пускай летят теперь года, молодые, нежные супруги, не расстаться вам теперь уж никогда. Связаны судьбой вы воедино, и ничто теперь не страшно вам. Радости и горечи отныне все делить придется пополам. Так живите, радуйтесь, любите и старайтесь быть в ладу с собой. А от меня сегодня вы примите мою преданность к вам, верность и любовь. Любите друг друга и будьте любимыми. Счастья вам, мира, добра, позитива. И пусть каждый ваш день будет наполнен самыми яркими, самыми насыщенными событиями. Приятного всем вечера, и чтобы никогда вас не покидало отличное настроение. ТВ-шанс, с праздником! Спасибо за внимание. Ну а с вами был, как всегда, ваш друг Алексей Шаранин. Прям даже не хочется отсюда уходить, но я еще обязательно вернусь на эту сцену. Всем приятного вечера, с любовью, ТВ-шанс. До новых встреч, друзья! У-у-у!